Приветствую вас. Для начала я бы, наверное, все-таки как-то вот, знаете, выявил бы проблему. Вот, я выявил бы проблему, потому что пока не очень понятно. Вообще, в чем заключается ваш основной конфликт? В том, что вы, в принципе, не умеете проявлять что-то романтичное, что-то яркое, что-то такое вот нежное, что-то такое вот любовное, да, допустим? Или вы просто... Ну, к примеру, стесняетесь, да, вот, допустим, просто стесняетесь, у вас просто, там, комплексы, допустим, или вот что-то вроде того. А если первое, то здесь нужно исходить, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, из чего здесь нужно исходить, да, если первое, то исходить нужно исключительно только из того, что вам, собственно говоря, хочется делать для человека, что вам хочется делать для... мужчины, вот, что вам хочется делать, что вам можно делать для него, и, пожалуй, вот, та романтика, о которой вы говорите, она и будет заключаться в том, что вы просто что-то делаете для человека, вот. И совершенно, в общем, не обязательно придерживаться каких-то норм, совершенно не обязательно придерживаться каких-то правил, да, вот то, что вы хотите сделать, то делать и нужно, и больше, в принципе, делать как бы ничего не надо. Это первое. В том, что касается второго момента, если вы закомплексованы, если вам тяжело, если вам как-то вот, если вы боитесь чего-то, например, у вас есть страх быть отверженной, если вы боитесь того, что вас могут отвергнуть, ну, мужчина может вас отвергнуть, да, если вы этого боитесь, то в таком случае речь идет именно о том, чтобы поработать над этим страхом, над самооценкой, над вот, собственно, вашим обесцениванием, которое происходит, над неуверенностью в себе. Вот, то есть как-то привести в гармонию то, что у вас не в гармонии, грубо говоря. Вот. И последним пунктом, который я бы выделил, это пункт, связанный с тем, для чего вам мужчина. То есть, какая цель у вас, вот, что вы хотите. К примеру, если вы хотите построить отношения с человеком, допустим, то зачем? Если вы испытываете какие-то, ну, испытываете какие-то чувства к мужчине, да, то с ними нужно разобраться, какие это чувства, что они из себя представляют, эти чувства.
На что они направлены, эти чувства, да, они направлены на вас или они направлены больше на мужчин? То есть вот, да, какой у них предмет у чувств? У ваших чувств. Вот это все нужно разбирать обязательно, да, в обязательном порядке все это нужно разбирать. Потому что по-другому, ну, просто вы будете крутиться вокруг да около. Вот, в принципе, так я мог бы ответить на ваш вопрос. У вас достаточно мало информации по тексту, да, то есть вы просто пишете, что вот, да, романтика для вас нереальна. Вот, и вы не сталкивались с этим никогда. По-разному бывают семьи такие, где романтика какая-либо вообще чужда, гендерное поведение чуждо. Бывает, что комплексы и противоречия мешают человеку проявлять себя в этом направлении. Вот, бывает просто, что влюблённость не приходит к человеку, да, то есть, ну, вот, во-первых, там, школьная, подростковая любовь, да, ее просто нет. По-разному бывает, но важно вот эти все нюансы, важно их разобрать. И если эти нюансы разбираются, то мне кажется, что появляется больше шансов на то, чтобы все-таки наиболее естественным образом, наиболее естественным путем реализовать то, что вам хочется. Самое главное, наверное, это не реализовывать то, что хотите вы, да, именно вы, через кого-то. Вот это, наверное, самое важное. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.